Що не багажі і нічого. Дарина, дябечко розбито, на поділовки не підеш, бо я 80 років, я не дойду туди. Пенсії не дають. За що жити можна? За жовку жовку хліба дати. Взяти. Ну вам же привезли помощь. Не переживайте. Вы просто составляете списки, и мы будем приезжать. Вы просто не переживайте. Хорошо? Хорошо. Ну перестаньте. Я же скажу, войну пережили, голодовку пережили. Ну такой войны еще не переживали. Что тут тебе те, и тут тебе мирные жители, тут же нема никого. Раз, два, три. Нет, мы не из территориального центра, мы волонтеры, ответственные граждане Донецка. Территориальные центры не работают.